17 322 257 подписчиков набрали мы за последние несколько лет. Это тысячи роликов, миллиарды просмотров, 6 YouTube каналов с золотыми кнопками, серебряные мы давно уже перестали считать. И все эти каналы связывает только то, что их сделала моя продюсерская команда. И у нас нет какого-то одного простого секрета. У нас есть целый секретный технический регламент, по которому работает моя команда из 60 человек. И этот регламент был секретным ровно до сегодняшнего дня, потому что прямо сейчас я расскажу все от начала и до самого конца. Меня зовут Влад Козыра. Помчали. Когда к нам приходят начинающие и говорят, как мне раскрутить YouTube канал, если честно, я даже сам не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, ну, эта задача сложная, невозможно ее посчитать, и ее нужно на что-то декомпозировать, на какие-то более простые задачи. И YouTube в этом плане работает намного адекватнее и лучше всех остальных платформ. На YouTube рулит время, и YouTube об этом сам прямо говорит. Все, что влияет на время, это два показателя, CTR и средней продолжительности просмотра. YouTube нужно, чтобы люди как можно дольше смотрели ролики, и время — это насколько быстро люди включают видео и насколько человек долго смотрит ролик. Об этом говорил не только я, об этом говорит и мистер Бист постоянно, когда ему задают такие вопросы. Getting people to click on your video, and then average view duration, average view percentage, or just relative retention. As simplistic as that is. Ребята, нам можно доверять. Всего два показателя. YouTube — главный бенефициар нашего успеха. Когда мы получаем успех, YouTube получает 50% нашей монетизации. И даже если у вас канал без монетизации, везде алгоритм работает абсолютно одинаково. Он настроен извлекать максимум времени из пользователей. Поэтому это сложная задача. А как продвинуть YouTube канал, декомпозируется на две абсолютно простых: как сделать кликабельный ролик и как сделать так, чтобы его посмотрели долго. А вот с этого и начинается наше погружение в волшебный мир YouTube. Вот, собственно говоря, и вся схема, но я расскажу все по порядку. Все начинается с того, что с каждым клиентом, который приходит к нам на продюсирование, мы проводим welcome meet. Это приветственная встреча, это встреча, на которой мы понимаем, а что человеку вообще нужно, а в чем он ориентируется, а на что нацелен его продукт, услуга, бизнес, товар, что угодно. Какая угодно цель, даже если он ничего не продает, нам нужно понимать, в чем он экспертен. Потому что если мы будем снимать ролики про какие-то левые трендовые темы, в этом не будет никакого смысла, это будет фейковое. В долгосрок это не принесет результата, поэтому вопреки расхожему суждению, что мы придумываем вам из ниоткуда какие-то трендовые темы, это неправда. Все трендовые темы уже у вас в голове. У вас есть опыт, у вас есть знания, и это и есть то, почему у вас будут просмотры. YouTube — это произведение социально-человеческого капитала на эффективность инструментов, и ваш социально-человеческий капитал уникален. И наша главная задача, начиная работу с каждым клиентом, узнать, а какие самые крутые вещи, которые он может рассказать. Иногда вам может казаться, что это вообще никому не интересно, но на самом деле именно то, что вам кажется неинтересным, несет в себе супер крутой смысл. А наша задача — просто быть супер качественным инструментом в руках абсолютно любого ютубера. Поэтому на welcome meet мы составляем контентную рамку, да, совокупность всего того, что вы можете снимать, плюс даем небольшую вводную информацию. Каждым каналом у нас занимается целых 5 человек. Это только те люди, которые работают с клиентами. Я как генеральный продюсер, наш директор, глава нашей продюсерской команды, продюсер из его команды и личный менеджер каждого клиента. Что мы рассказываем на первой встрече? Самое главное — это то, что мы работаем ежемесячными итерациями по 8 видео. Что мы делаем с этими 8 роликами, я расскажу прямо сейчас. Но сначала вам нужно понимать, что каждые 8 роликов нашу услугу можно продлить, либо закончить ее потребление. Например, взяли там 24 ролика, либо только 8. Это нормально. Продлевать ее можно постоянно. И наши самые популярные каналы — это как раз-таки итог долгосрочной работы. И сразу после приветственной встречи, построения контентной рамки, мы добавляем каждого клиента в телеграм-чат, где подключаются другие участники нашей команды. И первый — это наш режиссер. Главная задача режиссера — это собрать из вашего кита оборудования, даже если он не очень и он весьма и весьма бюджетный, супер-классную профессиональную картинку. Не верите, что это возможно? Прошу внимания на экран. Вот так выглядит работа до и работа после. Смотрите, почему за $10? Потому что 10
долларов стоит вот эта синяя лампа, которую мы положили за диван. И наш режиссер удаленно подключается к нашим клиентам и на минимальном ките оборудования, даже которое есть, без всяких дополнительных инвестиций, собирает вот такую классную картинку. Да, это просто освещение в комнате. Вот так вот можно его хитренько использовать. Ну а мы, пока наши клиенты настраивают картинку вместе с режиссерами, начинаем исследование и придумываем обложки с названиями. И это супер прогрессивная мера именно нашей команды. Мы делаем сначала обложки, а потом ролики. Как я и говорил, если CTR низкий, то ваши ролики не кликабельны, и значит нет никакого смысла для Ютуба и их продвигать. Ему уже все равно, интересны они внутри или не интересны. Мы начинаем придумывать обложки, и через неделю встречаемся снова с нашими клиентами, которые уже снимают ролики в такой крутой локации, и, собственно говоря, презентуем идею. Вот примерно так это выглядит. Пока что у этого ролика нет просмотров, то есть это чистый прототип. Мы приносим обложку, название и кратенькое раскрытие, собственно говоря, идеи видеоролика. Мы берем всю контентную рамку, которую мы составили на Welcome Meet, мы берем все форматы, которые во всем мире существуют на вашу тему, пользуемся только лучшим опытом лучших авторов и, разумеется, своим собственным. И таких видео у вас будет 8, но в нашем ролике их будет 4. Это видео для Алексея Клышина, которое мы когда-то ему придумали. Это видео для Анара с канала «На пенсию в 35». Это видео для Дениса Кукаяки. Это видео для нашего доктора Круша. Вот так когда-то выглядели эти ролики, просто в качестве таких вот черновиков. И дальше мы начинаем писать сценарий. Но сценарий написать не так уж просто. Вы не можете просто взять и делегировать это нам. Вы не можете это скинуть, потому что мы эксперты только в Ютубе. Мы бы не учили Виктора Круша лечить зубы правильно и ставить импланты. Понимаете? Нам нужна информация от вас, которую мы уже структурируем в виде якорного сценария. В продакшене существует литературный сценарий и якорный сценарий. Так вот, литературный сценарий — это там, где расписано каждое слово. Это еще использовалось в телевидении, на радио, когда все жестко читали какой-то текст. Камон, настала эра подкастов, а не новостей, где люди разговаривают, как я с вами сейчас. Люди дают нам свою экспертизу. Абсолютно любой человек, без всякого опыта, просто делится своим социально-человеческим капиталом, а мы их объединяем вот в такие части. Посмотрите, вот якорный сценарий для Клышина Алексея, вот для Дениса Кукаяки. По сути, мы прописываем все действия или штуки, тезисы, которые вам необходимо раскрыть. И у тезиса есть всего 3 составляющих. Это его сущность, да, блок ИЗО, занимаемся ИЗО. Это, собственно говоря, его продолжительность, хронометраж. И главное, это служебное сообщение. И одно из служебных сообщений будет, конечно же, продажа. Я уже снимал ролик, как я на достаточно небольшом охвате вшиваю продажи, да так, что у нас продаж больше, чем по 10 миллионов в месяц. Так же будете делать и вы. Мы сделаем вашу продажу нативной, невидной, а самое главное, эффективной и конвертящей. Многие у нас спрашивают, а сколько просмотров я наберу в конце месяца? А я ставлю вопрос ребром. Какая разница, сколько денег вы заработаете в конце месяца на вашем контенте? И это самое главное. Мы вшиваем продажу с самого первого ролика. Мы плотно интегрируем ваш продукт. Ведь наша главная цель не только привлечь органический охват, а сделать так, чтобы с этого охвата вы заработали больше, чем стоимость, собственно говоря, нашей услуги. Но про стоимость чуть-чуть позже. На данный момент мы отдаем вам якорный сценарий, и у вас назначается первая съемка в той самой локации, которую вы сделали с режиссером. У вас есть уже качественная обложка, важность которой невозможно переоценить. Вот наш Сергей Смирнов, он когда-то делал ролики «Сколько будет стоить недвижимость в каждом году?» Мы сделали ровно такой же ролик, но только назвали его «Машина станет дороже квартиры в 2023 году». Экспертиза внутри была такая же, а ролики набрали абсолютно разное количество просмотров. На нашем кулинарном канале есть одно и то же блюдо, но только в одном случае одно выливается на другое, а в другом случае наоборот. И у одного ролика 10 миллионов просмотров, у другого 150 тысяч. Это супер важно. Мы отдаем вам обложку, название, якорный сценарий к вашему видео и локацию, в которой вам нужно снять ролик. Главная задача любого человека, который работает с нами, это поговорить с камерой на тему тех тезисов, которые написаны в якорном сценарии. И я знаю, что у многих возникают в этом случае проблемы. Уверяю, что якорный сценарий позволяет с этим справиться. Мы даем обратную связь и рекомендации индивидуально под ваше спикерство. Я много раз говорил, что у каждого человека есть свои собственные черты, их просто нужно гипертрофировать. Я на своем канале
канале, просто когда-то заметил, что круто заходит, когда я на кого-то ругаюсь, на экспертиков и на вас, когда ругаюсь. Ну что вы сидите, что вы ролики не идете снимать? Давайте, вставайте, работайте. Это очень сильно заходит людям. Собственно говоря, и ваши индивидуальные моменты мы обязательно подчеркнем. И дальше у нас идет монтаж. Вот вы сняли уже ваши первые видео на первой съемке. И дальше на монтаже, это уже третья неделя, мы на этой неделе уже публикуем первые ролики, но до этого идет монтаж. Монтажер либо у вас есть и он вам не нужен, либо у вас его нет. В таком случае мы забираем монтаж на себя. Мы профи, супер крутые именно в придумывании видео, но если что, сделать монтаж можем за 700 рублей за минуту, либо примерно $7 за минуту. У вас получился 10-минутный ролик, он будет стоить $70, либо 7000 рублей. Ну, это как бы монтаж, это просто дополнительная фича, мы можем ее дать, если у вас нет монтажера, а если есть, мы дадим правки вашему монтажеру, но прежде чем дать правки, поставим четкое техническое задание. В общем-то, ваш монтажер, как и вы, как спикер, тоже будете качаться, если у вас уже такая сложенная команда вместе с нами. Дальше мы оптимизируем, настраиваем и публикуем ролик. Именно здесь идет оптимизация ролика, вывод по ключу в топ. На самом деле нет, то есть никаких выводов не существует. Как я уже сказал, решает CTR и удержание и в ранжировании, в поиске, и в выводе ролика в рекомендации. Теги, ну, они сегодня, по сути, никому особо не нужны, но тем не менее, полную оптимизацию контента, нажать те галочки, которые надо нажать, и отжать те галочки, которые не надо нажимать, мы это все обязательно делаем полностью под ключ. Логин и пароль нам передавать не нужно, через безопасную форму Гугла вы даете доступы редакторов-менеджеров, ну и мы, собственно говоря, получая доступ, уже публикуем ваше видео на канал, вам просто нужно наблюдать за тем, как набираются просмотры на ваших первых видео, но недолго, потому что на третьей неделе мы ставим сразу вторую съемку, на которой снова вы будете снимать видео по тому контент-плану, который мы вам представили в самом начале. И на четвертой неделе мы будем ротировать монтаж-съемка, монтаж-съемка. В общем-то, мы параллелим процессы. Мы допридумываем какие-то обложки с названиями и тематиками, если они еще нужны, дописываем вам якорные сценарии для высоких продаж и высокого удержания, монтируем ролики, а вы параллельно снимаете. И наш продакшн уже функционирует абсолютно полноценно, как часы, и мы добиваем большую часть работы за последнюю неделю нашего рабочего месяца. Плюс собираем данные, то есть всю аналитику ваших просмотров, прироста ваших подписчиков и прироста ваших продаж. И самое главное, подводим итоги и результат нашей итерации из 8 роликов. Если вдруг у вас не хватит времени и вы боитесь, что по 2 ролика в неделю мы не успеем выпускать, это нормально. Наша работа, в принципе, рассчитана-то на 2 месяца. Собственно говоря, с недели 5 по неделю 8 мы ведем постоянные процессы монтажа, съемки, все это параллельно идет, и все это отлично работает. Если что, вы можете продлить с нами нашу итерацию, либо окончить работу на 8 видео, там на 1-2 месяцах. В общем-то, скорее всего, у вас возникло 2 очень важных вопроса. Это сколько это стоит и, собственно говоря, какие результаты вы можете получить. Абсолютно логично. Начнем с результатов. Помните те самые черновики роликов Клышина, собственно говоря, Круша, Анара и Кукаяки, которые я вам показывал? Когда-то это были черновики, а сейчас у Алексея Клышина на канале этот самый ролик, который когда-то был черновиком, уже набрал 430 тысяч просмотров. Это классный кейс канала, когда уже что-то было сделано, допущены какие-то ошибки, но результата так и не получалось. Больше года Алексей собирал 3500 подписчиков, и за 8 месяцев мы собрали 43 тысячи подписчиков. По-моему, отлично. Но что, если вы вообще никогда не занимались Ютубом? Как, например, доктор Круш, который, по сути, делает бизнес, и для него, ну, как и для Алексея, очень важны именно конверсии и продажи. Его клиника в Израиле, которая выросла в 3 раза. Подписчиков в начале работы было 46, а сейчас 84 072. Вот так вот за несколько месяцев. А тот самый ролик, который я вам рассказывал, сейчас имеет 2.5 миллиона просмотров. Очень важная штука, что да, у Круша сейчас очень много просмотров, но он начал получать свои заказы и масштабировать успех своей клиники, он начал еще на первых сотнях и тысячах просмотров. То есть как только мы кладем ролик на YouTube, сразу начинаются продажи. И Круш в этом плане большой молодец. Ролик миллионник, конечно, просто представьте, насколько круто он мог продать. Да, он принес несколько тысяч релевантных обращений на очень дорогостоящую процедуру. Однако реальный результат в финансовом плане он показал еще на первых 500 просмотрах. Как-то так, а давайте идти дальше. Денис Кукаяка, тот самый ролик, про который я говорил, набрал 3 миллиона подписчиков, и это
уже тот самый кейс, когда к нам пришел, по сути, селебрити. Группа Хлеб, Шашлындос, Шашлындос. И Плачу на техно, у него было 431 тысяча подписчиков. Но сейчас за год работы с нами 1 800 000. Это доказывает то, что наши инструменты, они работают на любом уровне. Абсолютно нам плевать, приходит человек с нулем, либо приходит человек, у которого уже огромная аудитория. Абсолютно в любом случае YouTube работает одинаково. Кейс Дениса Кукаяки, рост больше, чем в 4 раза. Чистый прирост почти 1,5 миллиона подписчиков, и это всего за последний год. Вот как-то так. Ну и, конечно, мой любимый Анар с канала «На пенсию в 35», этот самый ролик, который тоже когда-то был черновиком, сейчас имеет 462 тысячи просмотров. Канал до нашей работы за неполные 3 года набрал 135 тысяч подписчиков, а за 8 месяцев работы с нами еще 150 тысяч сверху. Вот, собственно говоря, вот так. Мы действительно профи своего дела, мы действительно даем очень крутой результат, и самая крутая новость, что креативное продюсирование теперь доступно абсолютно каждому. Можно просто заходить на наш сайт и покупать креативное продюсирование за 200 тысяч рублей. 200 тысяч рублей — это цена, собственно говоря, вот этого вот счастья, которое будет длиться от 1 до 2 месяцев. Вашей задачей будет просто записывать видео по нашим ТЗ, по нашим сценариям, под наши обложки. Мы полностью настроим все ваши ролики, мы объясним, как их смонтировать, либо смонтируем их самостоятельно. Ваша задача просто находиться в кадре и соблюдать все наши рекомендации. Как вы видите, это дает феноменальные результаты, и я снимаю этот ролик в том числе потому, что хочу масштабировать эти результаты и хочу еще больше пользы приносить людям. Это моя авторская разработка, которую я качаю уже больше 5 лет. Сейчас огромный штат людей работает вместе со мной с каждым каналом и дает такие крутые результаты. Если у вас вдруг остались дополнительные вопросы по креативному продюсированию, то можно написать в Telegram-бот и, например, там досозвониться. Но не откладывайте, потому что сейчас в наборном пуле у нас осталось всего 6 YouTube-каналов. Я думаю, что достаточно быстро они заполнятся, а пополняются они не так уж часто. Мы не продюсируем всех подряд, мы следим за качеством нашего продукта, поэтому, ну, если не попадете, не хватит мест, ну, сори. Вы масштабируете свой бизнес, у вас появится новый канал коммуникации, вы охватите уже текущую базу ваших клиентов с помощью суперкачественных и продающих роликов, и о вашем бизнесе узнают абсолютно все. Буду рад видеть вас на нашем креативном продюсировании. С вами был YouTube-продюсер Влад Козыра, увидимся в следующем видео, всем пока!